Доброго дня! Вашему вниманию представляется микс с небольшими дефектами. Подробную информацию, ссылки под описанием. Итак, начинаем. Все дефекты устраняются. Легко. Вещи абсолютно новые, фирменные. В целом, да. Значит, здесь маленький дефект по шву. Брюки плотный трикотаж. Очень хорошего качества, с кармашками. Размер ML. Значит, M. Размер вот такой свитерочек. Это все отстирывается. ML. Джинсы Цеунда размер L. Все отстирывается. Мешок был просто порватый. И поэтому так вот попало. Но мешок все заменили. Все дефекты устраняются. Очень тоненькая такая кофточка. Размер 2XL. Тоненький хлопок, приятный к телу. Свитерок теплый, вязаный. С шерстью. Цеунда размер M. Мешочек был порватый, это все легко устранить. Очень тепленький. На футболочке небольшое пятнышко, которое отстирывается. Футболочка вискоза, легонькая, размер M. Белая футболочка у нас. Размер ML. Маленькое пятнышко, которое легко отстирывается. Рубашка теплая. С шерстью, размер XL. Джинсовый пиджачок у нас 34 размера. Не хватает одной заклепочки, все устраняется. Свитерок отблескивает, Цеунда размер XS. Небольшое пятнышко, которое легко отстирать. Цеунда, размер 44-46, джинсы светлые, легкие, из-за мешка вот небольшой дефект, который легко отстирать. Так, у нас толстовочка, абсолютно новая, вот небольшой разрыв, дефект, легко устранить, делать заплаточку, какой-то принт, размер L. Еще одна толстовочка на замочке. Размер LXL. Вот небольшие расхождения. Платье теплое, шерстяное. Здесь все хорошо. Откатышек почистить. Просвечивается. Легонькое, теплое, удлиненное, одето до колен. Это Цеунда размер XL. Плавочки размер XL. Цеунда размер XL. Небольшие дефекты в пятнах. Все устраняется. Итак, у нас прекрасный шерстяной свитерочек, в котором можно заменить замочек. Цеунда размер SM. Так, у нас легкий на свитерок ангорочка, размер S. Свитер Цеунда размер SM. Небольшой дефект в этой стороне, который легко устранить. Свитер ангора Цеунда размер L. Прекрасный, мягкий, приятный к телу. И следующий у нас это теплые курточки с вами. Вот такие, вот такая куртка теплая, утепленная дубленка. Здесь натуральный мех у нас на воротнике, кожа. Вот на рукаве небольшой дефект, который легко устранить. Новая абсолютно куртка Цеунда размер ML. Спортивного
стиля куртка у нас с вами, размер 40, подлежит замена замка. Куртка теплая зимняя, на рост 176. Ну, вот прям вот здесь небольшой дефект внизу, двухсторон, размер SM, теплая. Итак, в этой курточке замечательно утепленная прям зимняя и рукава. Здесь у нас замочек, и вот тут на поясочке, в принципе, заменить поясок замечательно. И вот здесь по шву небольшой разрыв. В этой куртке замечательная спортивная, как бы утепленная такая, как ветровочка, размер ML. Качество изумительное, просто непромокаемое, непродуваемое, замена замка. Теплая зимняя куртка с мехом на капюшоне. Небольшие есть разрывы, которые легко заштопать, заменить принтом. Размер M. Вот такая тоже курточка зимняя на синтепоне. Есть вот такой капюшон с плюшем. Размер SM. Отличная ветровка. Новая, не ношенная. Все в ней замечательно. Цвет приятный. А вот здесь спрятан, значит, капюшон под замочком. От дождя, от ветра. Этот с фирмы Цонда у нас. И здесь требуется небольшая замена замочка. Подробную информацию о лоте смотрите под описанием ссылки. Спасибо за внимание.